Руководство рекоператора по обращению с ТКО приняло решение о начислении платы гражданам в полном соответствии с действующим законодательством. Это означает, что ранее принятое обязательство выставлять счета не более чем на троих зарегистрированных в квартире жильцов больше не действует. По данным пресс-службы рекоператора, выполнение такой рекомендации правительства в течение первых трех месяцев привело к убыткам. 40% населения, получающие счета с учетом ограничения платежа, не оплачивают эту услугу вовсе. В то же время отдельные управляющие компании, являющиеся исполнителем коммунальной услуги по обращению с ТКО, успели незаконно обогатиться за счет рекоператора, начисляя гражданам плату в полном объеме. Теперь счет за услугу будут выставлять, исходя из количества прописанных в домовладении или квартире, но не более чем на пятерых человек.